Производственный травматизм за последние 6 лет уменьшился в Орловской области почти в 2,5 раза. В 2016 году специалистами Госинспекции труда проведено свыше 300 проверок. Выявлено более 1500 нарушений. К административной ответственности привлечены должностные и юридические лица. Эти и другие данные были озвучены в понедельник на аппаратном совещании в администрации региона. По данным Госинспекции труда в Орловской области, за 4 месяца в организациях области на производстве не было допущено гибели работников, 6 работников получили тяжелые травмы. Тяжелые травмы получены в организациях строительства, 2 сельского хозяйства, обрабатывающих производств, транспорта и здравоохранения по одному. За аналогичный период прошлого года на производстве было смертельно травмировано 3 работника и 9 человек получили тяжелые травмы.